Сейчас вечер, вот, и мы собираемся поздравлять Ксюшу с днём рождения, вот. Но мы пока просто поздравим, все остальное завтра. Очень смешно. Особенно Ксюшу. Хотим поздравить с днем рождения и счастья в жизни пожелать. На жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать. Пусть будет все, гроза, метели, пусть будет радость и покой. А если очень будет грустно, то знай, что мы всегда с тобой. Всего тебе самого хорошего. Спасибо большое. Пусти чуть-чуть. О, мой маленький сладкий пончик. Кто говорил? Я тоже хочу. Спасибо большое. Все, снимаемся. Спасибо большое. Все остальное утро. Все. Все. Я спаю. Все по кроватям. Все. Спать. Завтра. Спасибо вам большое. Все. Ну что, стали? Спокойной ночи. На всю жизнь. Продолжение следует. Сейчас 24 ноября, и мы продолжаем поздравлять Ксюшу с днем рождения. Мы оставили подсказки в комнате, в квартире. Теперь она ищет. Ждем, когда Ксюша нас спустится к почтовому ящику и заберет подарок. Все очень бодрые, особенно Лера. Лера, как обычно. Вот. Вот. Так, начались мои поиски подарка. И я хочу сказать, что у Леры подсказки были полегче, потому что я толком не поняла, куда мне идти. Я так понимаю, что речь идет про комнату Леры, но мы посмотрим. Пойдемте, пойдемте. Свет. Я вижу мистера Ежа, и я не вижу девочек. Так. Идут года, летят недели, и ты становишься взрослой. А вместе с тем и дни здесь пролетели. Останови мгновение, отдохни, чайку налей. Неужто сахар Юрин весь поели? Так. Чай. Тут я тоже ничего не вижу. Вот, блин. Коварно. Каждое утро ты надеваешь два глаза прозрачных, и горя не знаешь, там зеркало влажное, дверь не закроешь. Там ты вторую записку находишь. Пойдемте. И даже не думай, что станет попроще, ведь здесь даже письма носят улики. Ах, если бы ящик был полон почаще, тогда бы твои награждались попытки. Какой ящик? Да, у меня. Я знала, что там встану, я подозревала, что я сегодня кого-то встречу.
продуктовый, и Настя пошла в пижамке. А я переоделась, но я думаю, что надо было тоже пойти в пижамке. А сейчас мы тортик нам купим. Ha ha ha.